Привет, я Антон Бельков. Я хочу рассказать вам свою историю, чтобы вы познакомились со мной поближе. Мне 23 года. Я живу в городе Тула. Я инвалид второй группы. Ровно 3 года назад в моей жизни произошло событие, которое коренным образом изменило мою судьбу. В 20 лет мне поставили тяжелый, неизлечимый диагноз – рассеянный склероз. Это диагноз, который быстро приводит, порой очень часто, приводит человека, обычного здорового человека, в состояние, когда он попадает в инвалидную коляску. Я множество за последние 3 года насмотрелся историй, пока лежал в больнице. Очень часто лежал в больнице вот эти 3 года последних и видел, как во что что-то превращается человек. Особенно это было мне тяжело узнать, когда я узнал о диагнозе и о тех перспективах жизненных. Особенно тяжело, когда ты имеешь большие перспективы на жизнь, большие амбиции и цели. И хочешь в ней чего-то добиться, да? Я очень обожаю спорт, обожаю настольный теннис, футбол. Играл в группе на бас-гитаре, люблю музыку. Вот даже мне бывшая девушка нарисовала автопортрет. Вот. Цивильный. Ну, хоть чуть-чуть, может, видно. Но я понимал, да, что мне придется подстраиваться под новые жизненные обстоятельства. Я живу вместе со своей мамой, мамой пенсионером. Вот так мы вместе живем, на пенсию по инвалидности и просто обычную пенсию, минимальную. То есть и получилась жизнь, получается, без перспектив, в нищете, в серости и в некой депрессии. Но в определенный момент я сказал, нет, я не хочу такое будущее. Я хочу, чтобы меня считали полноценным и являться полноценным человеком. И что-то сделать хорошее и для себя, и для мамы, и что-то для общества. Поэтому я начал искать. Я начал искать, как можно в этой ситуации самореализоваться и открыть этот мир, как себе, так маме. Так, я тоже люблю путешествовать, очень хорошо люблю. Я начал искать возможность, как можно зарабатывать в интернете, сидя дома, потому что идти куда-то на работу я не мог. Я могу ходить, но держать за маму, сами понимаете, кто меня возьмет, кому я нужен. Я посмотрел в интернете множество различных предложений, постоянно это приходит на почту, но по большому счету в большинстве это сводилось к обычной финансовой пирамиде или пирамиде или к тому, что различные сетевые и несетевые компании продают воздух. Продают воздух и его реализуют. Мне это, как говорится, я в это не очень верю. Поэтому это меня не заинтересовало. И я как-то эту тему отбросил. И продолжал жить так, как есть. Но ровно 2,5 месяца назад мне мой друг Андрей, он инвалид, который прикован к кровати, у него травма позвоночника, уже более 20 лет, рассказал про топливную тему с реальным физическим существующим продуктом и с настоящими реальными результатами, которые получили его люди, знакомые и друзья. И дал мне информацию. Я посмотрел, что это за информация, вник.
посмотрел в интернете, разобрался. И я сердцем почувствовал, да, Антон, это то, чем можно и нужно заниматься. А больше еще меня поразило то, что это результаты различных людей. Причем вне зависимости от социального статуса, от карьерной лестницы. И пенсионер, и девушки, парни, и уже взрослые мужчины, чуть ли не, и, можно сказать, и бабушки. Ну, там, это уже в возрасте женщины. И имеют реальные результаты, как от использования самого продукта, и реальные результаты по зарабатыванию, то есть по заработку. Честно сказать, меня это поразило. Я понял, что та система, которая используется, ей может воспользоваться в этой компании, в клубе, ей может воспользоваться абсолютно каждый человек, кто имеет сильное желание. Кто имеет сильное желание. Потому что все для этого есть. Но если это удалось многим, множеству людям, самой различной социальной направленности, почему это не могу я? Эти люди также делают это дома, через интернет. Большинство. Я подумал, да, это то, что мне нужно. Прошло ровно 2,5 месяца, как я работаю в этой компании. Я заработал за этот срок ровно 1900 долларов. 1900 долларов. И это только начало. Потому что мой бизнес растет. То есть и чек растет. Ребята, это классная тема. Если сконцентрироваться и посвятить ей ближайшие 2-3 года жизни, можно стать страшно богатым человеком. Страшно богатым. Главное верить в себя и в свои возможности. Но если я инвалид, инвалид второй группы, смог зарабатывать и помогать людям, почему это не можете вы? Верьте в себя. До свидания.